Привет, я тут решила проветрить всю квартиру, но при наличии детей это сложно, и я выгнала их. Мячик в машине, поэтому у них глобус. Неуважительное отношение к глобусу, согласна, но зато мы с вами сможем помыть посуду. Это ведь важно, правда? Смотрите, все окна открыты. И поют птички. Очень круто слышно. Как показать, что окна открыты, я не понимаю. В общем, верьте мне, они открыты. Вот. И сейчас мы будем мыть посуду. Еще у нас готовится завтрак. Не знаю, будет ли Даня есть. Он ест яйца, но иногда ест яйца. В общем, это омлет. Как видите, он наикрутейший. А еще я сходила в душ, потому что у нас нету планов никаких. На улице солнце, но очень-очень холодно. И поэтому... Где мой штатив? И поэтому... я приняла душ днем. Ну, днем, утром. И сняла для вас видео. Вот это да! Как помыть посуду без штатива? Вот это вопрос. Итак, я сняла для вас видео о том, как не забыть все использовать в душе. Обязательно посмотрите. Итак, у нас есть штатив, и мы можем начинать мыть посуду. Ну вот, посуда помыта, будем мы завтракать мега-омлетом и будем продвигаться с вами дальше. Zombie but awake, but bigger need awake. Can't wait, no time is game, so I just put it all my way. I'm zombie but awake, but bigger need awake. Can't wait, no time is game, so I just put it all my way. All I need is love, all I need is love. 사랑을 가구해 랩으로 박치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no. All I need is hope, all I need is hope. 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있단 건 날 더 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아줘 누구에게 약이 되고 누구에겐 독 이런 얘기들은 뱀이 들어버렸네 밤에 들이부어 절간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네 배가 부르지 않게 Better rap, honey, bad, honey, bad Bust down, rolling 하나로는 부족해 하나로는 부족하니까 난 손목에 내도 내 목에 징갱갱 하지 못할 일은 없으니까 가족에게 보여줄 일밖에 이젠 없으니까 Hustle for the best, I got no time for the bitches Rap을 못한 남은 내 노래마저도 give me Get a money back, back, new click, new whip Never put it back, pay back, click, clack, bang. Надеюсь, нагуляли аппетит. Ну еще Дана-то голодный, я голодная. Как ты? Пойдемте. Те, кто давно смотрят мой канал, знают, как я люблю мыть зеркала и окна. Это ирония, конечно. Посмотрите, случилось чудо. Я ночью вымыла окна. И произошло это потому, что дети принимали душ такой горячий, с открытой душевой, с дверкой. И все запотело в квартире. Два окна запотели. Я быстренько их протерла, и получилась вот такая чистота и красота. Скажите, понравился ли вам вид из окна, я просто балдею. Оказывается, окна были грязные изнутри квартиры, а не снаружи. И я с вами весело провожу ночь, не скучаю. Посмотрите, о чудо! 4 дня были замочены у меня кроссовки в порошке. Я его меняла, воду меняла, но времени так и не находилось, чтобы их очистить щеточкой. Хочу вам сказать, что вчерашняя ночь... Так у меня чудесно я ее провела. Она ознаменовалась не только
мытьем окон. Ну и наконец-то я очистила жесткой щеткой эти кроссовки. Вот они новые, вот это следы от самоката. Носила Вика их одну неделю. Носы уже потертые, теперь они чистенькие стоят, сохнут. А также сегодня я еще вот такое сотворила дело и вам хвастаюсь. Я помыла цветы, они пластмассовые, и они тут у меня подсыхают, стекают. Не хочу их пока что ставить, потому что влага, если останется, будет не очень хорошо. И горшочки кашпо я тоже промыла. Вот, мотивирую вас на то, чтобы помыть цветочки. Кстати, этот цветочек я обидела. Пошли, цветочек, я тебя помою сейчас. Еще за натуральные цветы, но если дома маленькие дети, у меня нет времени. Так что у нас будут прекрасные искусственные цветы. Надеюсь, это видео было не скучное, понравилось вам своим разнообразием. Если вы хотите поддержать канал, номер карты Сбербанка указан в описании под этим видео. Всех люблю, всех целую. Ставьте лайки. Пока-пока.